В Краеведческом музее Омска открылась выставка экологического плаката «Сохраним землю». Омичи смогут сдать в музей макулатуру, увидеть коллекцию агитационных, научно-просветительских и информационных плакатов второй половины 20 века, которые посвящены охране природы. Если сравнивать иллюстрации советского времени и современности, то тематика почти не изменилась и в 50-х годах, и в 2017-м, к слову, он объявлен годом экологии в России, плакаты отображали проблемы загрязнения почвы, воды, воздуха, вырубки лесов и браконьерства. Изменился лишь стиль и дизайн баннеров. Раньше люди все-таки художники, они рисовали этот плакат действительно как произведение искусства. А сейчас более как-то утратили, видно, графика. Там могут поставить две банки и дописать «Попросите до урны», вот тебе и плакат. Действительно, там будет какой-то минимализм.